Можно ли увеличить грузоподъемность автомобилей Камского автозавода? Над этим работает филиал объединения КАМАЗ «Ставропольский завод автоприцепов». Здесь, на участке сборки, где трудится в основном молодежь, внедряются самые передовые методы организации труда. Сборщики освоили несколько смежных профессий и в случае необходимости могут заменить друг друга. Сейчас завод приступил к серийному выпуску новых маневренных автоприцепов грузоподъемностью 10 тонн. С новым прицепом автомобиль КАМАЗ вдвое увеличит объем грузоперевозок.